От фермы домов перейдем к улицам. Быстро и качественно. Краснодарские дорожники сегодня ремонтируют уже 2/3 запланированных в этом году улиц города. 42 из 63. В мае работы должны закончить на 14 участках. А уже сейчас почти готовы улицы Бершанской, Товарная, Ростовская, Армавирская, первый и второй проезды Стасова, а также улицы Малолагерная и Первомайская в станице Старокорсунской. Без проблем движутся автомобили и по обновленной Карла Маркса. Свежее покрытие оценил глава Краснодара Евгений Первушев во время рабочего объезда. В этом районе рядом идет капремонт улицы Тургенева. В 2018 году там намерены обновить дорожное покрытие и тротуары сразу в нескольких кварталах, чтобы реконструкция была комплексной. Мы сейчас параллельно капитальному ремонту Тургенева еще делаем прилегающую уличную дорожную сеть, ремонтируем. И северная еще у нас будет ремонтироваться от Тургенева. Уже у нас полностью, так вижу, почти завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Они очень быстро работают. Да, сейчас уже идет укладчик под укладку верхний слой в районе 29-й школы. Угу. То есть она у нас вся в работе, получается, от Калинина туда до Красных партизан. Ну, очень оперативно подрядчик работает. Ну, давайте будем сейчас смотреть за выполнением работ, за сроками, за качеством. Самое главное – качество выполнения работ. Чтобы у нас то покрытие, которое вы наносите, оно было, по крайней мере, служило тот период времени, который обусловлен контрактом и действительно обусловлен теми требованиями, которые сегодня мы выставляем. Евгений Первышов отметил, что в текущем году городским властям удалось рано провести конкурсный отбор подрядчиков. Поэтому и сам дорожный ремонт начался уже весной, когда в городе еще не так жарко. Масштабные работы на десятках краснодарских улиц второй год подряд идут благодаря федеральному проекту Минтранса «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность обновленного покрытия в 2018 году составит больше 70 километров.